видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 208. Спеши, вставь пропущенные буквы, обозначь орфограмму разделительный твердый знак, используй алгоритм. Разъяснил задачу. Дверь подъезда, льют дожди, яркое объявление, дорога в объезд, вьют гнезда, отъезд в отпуск. Порядок действий. Первое. Произношу слово. Второе. Слушаю, есть ли звук «и» после согласного перед гласным. Определяю, есть ли в слове приставка. Если слышу звук «и» после согласного, пишу твердый знак. После приставки на согласный, обязательно перед буквами «е», «ё», «ю», «я». Следовательно, разделительный твердый пишем после приставок, а разделительный мягкий в корне. Разъяснил задачу. Дверь подъезда, льют дожди, яркое объявление, дорога в объезд, вьют гнезда, отъезд в отпуск. Разъясню. Приставка заканчивается на согласной перед гласной буквой «я». Следовательно, пишем разделительный твердый знак. Дверь подъезда. Выделяем приставку. Смотрим. Заканчивается приставка на согласной. Дальше стоит гласное «е». Следовательно, между ними разделение ставим твердым знаком. Льют дожди. В данном случае здесь корень, поэтому здесь мы пишем мягкий знак, яркое объявление. Находим приставку. Смотрим. Дальше идет гласная буква «я». Следовательно, разделяем твердым знаком. Дорога в объезд. Приставка «об» заканчивается на согласной. Перед гласной «е». Разделительный твердый знак. Вьют. Корень. Следовательно, разделительный мягкий знак. Отъезд. Приставка на согласной. Перед гласной. Разделительный твердый знак. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете их оставить в комментариях под видео.